Узнай за минуту все, от беззубых до самых зубастых, от сытого до обжоры, самый смертельный и самый живучий, с языком и без хвоста, умный и спящий. Несколько интересных фактов каждый день, не пропусти, подписывайся прямо сейчас. В современном мире мы подвержены стрессам и стараемся разными способами им противостоять. Один из самых простых и доступных – обыкновенные объятия. Научные исследования доказали, что они действуют на нас расслабляюще и делают счастливее. TLBlock.net расскажет о 5 причинах, почему следует обнимать друг друга как можно чаще. Лишь одно объятие в нужный момент способно изменить день к лучшему и благотворно повлиять на поведение человека. Обнимая, мы делимся положительными эмоциями и не только помогаем тому, кто в этом нуждается, но и сами заряжаемся положительной энергией. Во время объятий организм выделяет гормон окситоцин, который в основном помогает организму женщины снизить чувство боли во время родов. Обнимаясь, люди забывают о том, что вызывает у них боль, и концентрируются на происходящем в данный момент и в целом на положительных сторонах жизни. Не только ваш разум, но и все ваше тело получает пользу от объятий. Когда вы обнимаетесь, рецепторы вашей кожи передают сигналы в мозг через нервные окончания. Чувство защищенности передается всему телу, ритм сердца успокаивается и нормализуется давление. Во время объятий растет наша самооценка и становится менее важным мнение окружающих. Страхи начинают волновать куда меньше, ведь люди, которые обнимаются, более позитивно относятся к жизни в целом. Этот механизм в действии можно заметить на примере ребенка, который обнимает любимого плюшевого мишку и тут же успокаивается, почувствовав в себе безопасность. Такая реакция заложена в нас на уровне инстинктов, и даже когда мы не осознаем этого, она помогает нам в различных жизненных ситуациях. С рождения объятия помогают детям расти здоровыми и счастливыми. Чем большую эмоциональную поддержку мы обеспечиваем детям, тем более психологически стабильными они становятся в старшем возрасте. Исследования доказали, что между количеством объятий в детстве и способностью взрослых людей справляться со стрессовыми ситуациями и выстраивать взаимоотношения с другими людьми существует прямая связь. Обнимайтесь почаще, это полезно для всех.